Классические, современные произведения и собственные композиции. София Лупахина занимается на фортепиано уже более 8 лет. За это время уже стала лауреатом международных и всероссийских конкурсов. О том, что в Туле открывается центр одаренных детей, юная пианистка из Узловой узнала от своего педагога. Несмотря на большую конкуренцию, решила попытать свои силы. Упорные занятия и любовь к музыке помогли добиться успеха. Был конкурсный отбор, было очень сложно сюда поступить, но я прошла, и мне было очень радостно, то, что я попала сюда для совершенствования своего таланта. Уровень очень высокий, нужно показать себя с хорошей стороны. Фортепиано, сольное и хоровое пение, струнно-смычковые и духовые инструменты. Конкурсный отбор прошли 43 претендента со всей области. Для ребят уже разработали специальную программу обучения. Она будет основана по принципу личного роста. Работать с юными талантами будут не только учителя и педагоги-наставники. У ребят будет возможность поучиться даже у настоящих звезд. С открытием мастерской талантов поздравил и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Как говорил неоднократно президент России Владимир Путин, раскрытие таланта детей – это залог и успех России. Я хочу вам пожелать успехов, чтобы у вас все получалось, чтобы те цели, которые вы перед собой ставили, вы их добивались и ничего не боялись. Все у вас получится. В центре одаренных детей самые талантливые школьники региона будут обучаться год и совершенно бесплатно. О том, что окончили мастерскую талантов, получат соответствующие сертификаты, а их педагоги – повышение квалификации. Музыкальный этап пока один из первых. В планах развития центра – открытие театрального и художественного отделения. Анастасия Билик, Сергей Давыдов.